Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундук. Нормально. Так, новые задания. Маневр в ржавом рифе, приключения. Маневр, одни маневры. Давай вот это попробуем обменять. Так, получите 250 эфирного времени. Допустим. Допустим, сделаем так. Тут у нас защитная арматура, колесный ускоритель, кубки. Так, давай-ка... Блин, не могу, ребята. Не могу написать вам всем привет. Так, ну что, кубки? Да-да, ребят, я знаю, что все профукано, все потеряно, но тем не менее, надо играть. Так, при чем здесь автомобили? Дай мне вид поменять. Так, о! Нет, не хочу. Во! Вот это уже другой разговор. Девчоночки, красавица. Твою налево. Рэй, не посмотреть тебе было, блин. Что за трасса у нас? Слушай, она на этих крыльях так форсит хорошо, ребят. Тут главное не врезаться. У нее нету, ребят, защиты такой сильной. Так, ё-моё, давай вниз. Так, вниз, 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 вниз. Слушай, по-моему, мы фавориты сейчас в данный момент. Сзади, как говорится, тишь да благодать. И мы с тобой здесь просто-напросто... Тихо. Вот тут вот можно было бы спокойно, ребят, разбиться. Даже не напрягаясь. Поэтому лучше не спешить. Вот и финиш, друзья мои. Вообще шикарно проехал. Ты. Круто. Так, заберем с тобой 100 шестеренок. О, команда прозрела. Так, запустите, пожалуйста, соревнование. Видимо, ребята у нас... Ну, я понимаю, что многие ушли, многие не играют, потому что я тоже как бы редко стал мне играть. Но надо, видимо, кого-то. Артём. Три дня назад. Я не знаю, как это было написано. Сколько дней назад. Мне нужно мне нужно кого-то поставить замом. Но, как я понимаю, народу не так уж и много. Поэтому даже ставить, наверное, некого будет. Так, маслкар. Ну, вот маслкар, ребят, будет покруче, чем я, наверное. Ух, ёпрасте. Тихо. Ну и да, я за счет, ребята, крыльев лечу далеко. С одной стороны, это и хорошо. А с другой стороны, немножко и плохо, потому что... Вот как вот тут? Отлично! Влетел, ребята, в пятерочку. В пятерочку за продуктами. Едем, идеальный старт. Черт, я не помню, что там у нас впереди. А впереди у нас туннели. А впереди у нас бардак, тихо. Давай здесь вот пролетаем. Опа. Красиво, красиво, ребят, делаем. А что за 150 эфирного времени? Я не могу понять, это... В воздухе нужно побыть 150 секунд или что? Эфирного времени. Первая позиция, как с куста, друзья мои. Блин, хорошо, тут мышкой не надо ничего делать, потому что, ребята, мышка по-прежнему... Я не знаю, может быть, батарейки нанеси. Может же быть... Ой, тихо, 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 Рэй, не... Фью. А, чувак, ребята, улетел. Блин, я сейчас дорадуюсь. Не, нормально все у меня получилось. Я думаю, сейчас в яму прыганем с тобой. Но все четенько, как в аптеке, друзья. Наши, как говорится, крылышки делают свое дело, и девочка Викинг выигрывает этот заезд. Фух, шикардос. Фабричный кубок, ребята. Давайте смотреть, как мы на фабричном кубке справимся на нашем маслкаре. Фига, у нас колеса. Ты видел заднее колесо? Оно просто раскалилось от натуги. Если ты мне не веришь, ты можешь промотать назад. Посмотри, оно уж покраснело.
от того, что я как бустанулся. Вообще изи. Если не ошибаюсь, мне там прокачать, в принципе, его осталось немножко. Там, по-моему, два улучшения всего лишь сделать. Вон, опять у меня, ребят, колесо было такое желтоватое, знаешь, как огненное колесо. Так, вот здесь вот. А хотя, в принципе, что мне привык. Тихо! У меня крылья, мне как бы по барабану. Мы выиграли 6 гонок. То есть мы уже с тобой одну награду получили, да, получается? Да блин, я не успеваю, ребят, нажать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот это вот. Чё там? На хилл-климбе? Ай, шига-дрыга. Едет он там на хилл-климбе. На самой-самой первой, ребят, машине, которая в игре дается. Так. Ну что, давай откроем, наверное, да? Зимняя арматура. Так, подожди, не, давай вот просто откроем. Так, крылья, стартовый ускоритель. Ну, а здесь зимние шины и ускоритель дым. Ну? Так, ребят, да, нам осталось немножечко, и мы с тобой получим здесь тоже награду. Чего я хотел-то? Да ничего, в принципе. У нас шахты, ребята, у нас шахты. И опять выбираем Muscle Car. Там посмотрим, как у нас пойдет что-то дело. Так, идеальный старт. Вот, да, надо было просто в воздухе, ребята, побыть какое-то определенное количество времени и... Фига ты, посмотри. Ты видел, что это чудовище делает? Я не знаю, каким макаром, но он по этим колесам просто пролетел на изи. Давай тогда влетай, господи, что ж ты. Нормально. Тихо, тихо, тихо. Тут главное не врезаться, ребята, головой. Так как у маслкара очень слабая защита, соответственно, он голову себе может пробить легкую. Ну что ты начинаешь тупить-то, ну Рей, ну блин. Вот опять, опять это, ребята, фигня. О, да. Вот именно на этой, ребята, ерунде мы с тобой и фейлимся. Блин, ну что такое? Получается, ребята, мы на втором месте. А, задание завершено. Ну давай, 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 заберем. А там у нас что за маневр в болоте? Это вот здесь, да? Кубки застойным. Ну я, наверное, тогда возьму, знаешь что? Вот так. Попробуем с собой сделать маневр. Давай вниз. Да, да господи. Ну ведь начинал так хорошо, ну. Не могу прям. Фух. Думал, сейчас просто меня там обгонят, но видишь, пока... Пока все хорошо. Вот он падает и все. И вот это вот приземление его тупое. Знаешь, как сибирский валенок упал. И все, и больше никуда не хочет идти. Так, слушай, нормально. Ну что, две гонки на первое место, ребят, поэтому... Топчик уже в кармане. Ну, конечно, вот начинается вот это вот. Ну, специально все, да? Ну, прям на финиш. Молодец. Красавчик, Рычка. Все. Все у нас, ребята, получилось. Хорошо. Так, мы с тобой даже еще... Так, 3000 монет.
Плюс, ребята, здесь у нас сундук. Угу. И и сельский кубок. Я попробую, ребят, наверное, сельский кубок все-таки на вертушке погонять. Я обожаю, как она несется, особенно по прямой. Просто вне конкуренции. Просто, ребята, вне конкуренции. Никто даже пикнуть там не успел, как мы с собой уже на финише были. Я не хочу, чтобы она перевернулась, понимаешь? Если она перевернется, будет как-то фиговенько. Поэтому мне приходится притормаживать. Есть. Тут тоже круто взяли мы. Ну что, погнали. Не надо вот так вот резко, не надо. Так как хочет, а, гадюка, перевернуться. Слушай, по-моему, здесь тоже будет нормально. Вообще круто. Не дали мы первого места, не дали с тобой ничего. Так, а вот пещерные, пустынные пещеры, уж извините, ребят, ну лучше я, наверное, поеду на... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, а что за обманка? Я думал, что это будут пустынные пещеры. Блин, пещеры, это и есть пещеры, я, ты попутал рейс с шахтами, твою налево. Я думал, пустынный шахт. Ну, шахты, ты понял, да? А это пещеры, да? Действительно, меня не обманули. Это и есть пещеры. Есть пещеры, ребята, и есть у нас первое место. Шапка, правда, слетела у нашей викингши. Или как это? Как это позвать-то? Так, давай, залетай тогда туда. Молодец. Так, 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 эмповер, эмповер. Блин. Неужели мы его сдрючим? Да, конечно, сдрючим, ребята. Сосунище еще тот, понимаешь? Сосунок, не дорос еще до папы. Он просто до папы еще не дорос. Чтоб ему тут, как говорится, делать козни всякие. Мне нравится, ребята, как мы с вами гоняем на маслкаре. Но есть одно но, ребята. Нам не дают с тобой сильных соперников, потому что мы не особо часто гоняем на этой машине. Поэтому противник у нас, я тебе скажу так, заниженный идет. Оу, ребята, герцога мы получили с вами физиономию. Это круто. Герцог. Герцог Икторн. Ну что, магнитная цепь, три этапа, маслкар. Ну сегодня у нас прям маслкар все. Ого! Фига, там чувак еще и на турбинах. Разбейся ты в хлам, ушлепок. Ну, Рэй, давай, 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 родной. Не влечься в эту... Да и трен, матрен... А, первая позиция. Фух. Врезался в этот магнит. Я так и думал, что, ребята, блин, врежемся. Ой, тупарь, а. Зашиб. Это без комментариев. Просто без комментариев, друзья мои. Я там этот лохмандей, блин, рванул. Вопрос, почему он тут не врезался? Он должен был, ребята, там разбиться. Но почему-то крыши у него не было. Так, мы хотя бы третье место взяли, не последнее. Так, друзья мои, давайте посмотрим, как мы будем себя чувствовать в сумрачной долине, в этом кубке.
Да-да-да-да-да, фура у нас, как всегда, ребята, подлетает очень круто. Мы помним. Фигант там. Я вам говорил, что не подпрыгивает нахрен так высоко. Что у тебя нету, блин, этого шлема какого-то. Защиты. Нет, блин. Ай, не вздумай. Все нормально, пока нормально, ребят. Блин, все равно первую гонку сфейлили. Нам надо теперь две гонки как-то вырывать. А тут их сколько? Четыре, да? Понятно. Я вообще даже в тройку не вошел, ребят. О чем тут можно говорить? Как, потому что две гонки сфейлил. Как ты туда войдешь? Как ты войдешь в тройку лидеров? Куда тут ехать? Че тут, где, блин? Издеваешься, да? Так. Твою налево. Железки всякие под ноги лезут. Первое место, ребят, все. Блин, какая же эта трасса, а? Просто к ней не... Я, наверное, к ней никогда не привыкну, ребят. Так кто-то еще на Буране тут едет. Ну, на снегоходе я имею. Давай летим. Да куда мы там долетим, я фиг его знает. Ну, слушай, нормально так пролетели. Вот этим она меня раздражает. Вот этим она меня просто раздражает. То, что, ребята, нету крыши. Я фиг знает, во что там врезался я. Знаю только одно, что это было не специально. Я давай сюда хоть залетай, не знаю. Чувак, кубарем просто. Да. Да ну, ребят, оно вообще чуть-чуть только трогает. Чуть-чуть вот задевает все, сразу в мясо. Нафиг, 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 нафиг. Она быстрая, она хорошая, ребята, но она... она смертельно опасная, именно... Именно для врезания, ребята. То есть ты на ней, если врезался куда-то именно в потолок, то все. Да еб... Парасотес. Что за непруха-то такая пошла-то? Ё-моё, а? Мы сегодня нормально будем ездить или нет? Мы будем постоянно будем разбиваться, блин, везде. Вообще проехал хуже некуда. На байке четвертое место занять. Вы видели где-нибудь такое, а? Да потому что очень притормаживать много надо, ребята. Эти туннели, блин, где-то просто сбрасываешь скорость, блин. Ну вот тут, как вот, не, ну тут ладно. Просто фартануло как-то, я так сказал, наверное. 3 балла, блин, третье место, нормально. О, друзья мои, новая анимация водителя. 300 лет не получал ничего, тут на тебе. Анимация водителя выпала мне. Ну давай, радость моя, поехали. Старая добрая, ХХР хотел сказать. Как она? Старая добрая раллийная авто, ребят. Такой жучара, я видел, друзья мои, что он делал. Он тоже, он все ехал правильно. И притормаживал где надо, и все.
Щепушил, а вшивый. Один недотёп, ребят, развился. Опа, вот здесь я его обогнал. Потому что он подпрыгнул слишком высоко. И, соответственно, пока он был в воздухе там, ножками барахтал, мы с тобой по земельке, как говорится, его обогнали. Это именно ФДС, я про него говорю, ребят. И еще он делает? Ну, все правильно, он тоже притормаживает. Видимо, у меня учился. По моим видосикам. Эй, прекрасно, ребят, давайте еще одну гоночку выиграем, чтобы показать. Чтобы показать, кто тут папа. А, подожди, ФДС, нет, ФДС это, ребят, не то совсем. Там был этот, Трандина. Да, вон он, Трандина, который вырывается вперед. Нет, я еще раз доказываю, ребят, что я все-таки лучше. Лучше, круче, чем эти супостаты все несчастные. Но опять же, рандом, сами понимаете, ребят. Так, что у нас тут? Усиленная турбо. Так, глубоководная гонка. Ну что, давай. Вот она, ребята. Оу, да, вот тебе и вот она. На одном месте намотана. Я лучше так сделаю. Да где ж ты, гад, горючее-то берешь, блин, а? Сколько у него там бак, ё-моё, он ехал и ехал на этом горючем вечность, блин. Я его не могу догнать, ребят. Так, это же, это все вспомнил. Жестко. Так, ну здесь я его сделал. 5 баллов, всего 5 баллов, ребят. А у него на данный момент 6. Он, кстати, разбился там. О, восхитительные диверсии. Мои старые добрые восхитительные диверсии. Опять этот маслкар здесь, а? Даже расцветка та же самая, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. А вот я тебе говорил, что он, ну, как сказать, что он очень хрупкий. Вот тебе и показательный пример. Он врезался, ребята, в потолок и сразу же размазался там. Так что делай выводы. Делай выводы. Что гоночная машина хороша, да, но без защиты. Я даже не знаю, есть ли у него возможность поставить крышу. Понимаешь, о чем я? Черт подери, я хотел понизу, ладно. Уж больно аккуратничает парень, ребят. Эх, немножечко мне не хватило. Чуть-чуть буквально. Я надеялся, что он где-нибудь там размажется. Но видишь, этого не получилось. Где он не стал размазываться? Ну теперь байкер. Ну ты. Ну ты серьезно, блин. Ну на финише так. Ай, ребята, ну нет слов просто-напросто. На финише такой хандрой заняться, а? Ну. Стыд и срам. Стыд и срам. Так, кубок претендентов.
Слушай, ну кубок претендентов. Ну, давай попробуем. Ой, взял тоже. Да ну. Да не вздумай ты. Я просто думал, сейчас, ребят, перевернется, блин. Есть. Так, ну что, тут первое место взяли. Прыжок с парашютом с неподвижного объекта. Ну и название. С неподвижного объекта. Ах, маслкар. Не, ну в принципе, ребята, маслкар, если действительно взять у него турбину эту, он сам по себе быстро едет, а плюс еще сзади турбину эту воткнуть. Я представляю, скорость, конечно, зашкаливающая, но не забывай, что вот любая какая-нибудь, я не знаю, там, любая какая-нибудь перегородка или еще что-нибудь, и ты просто, ребята, вмазываешься на ней со всей скорости, и тебе кранты. Я думаю, понятно, да? Объясняю. Хе-хе-хей. Вшивый, даже крылья тебе не помогли. Вот так вот. Так, что у нас тут? Не хватает. Пляжный кубок. Ну, пляжный кубок, наверное, мы поедем. А поехали на маслкаре. Вот мы еще на пляже с тобой на ней не гоняли. Так. Этому парню не очень повезло. Я имею в виду на супердизеле, который там был. Сейчас глянем, что у нас получится. А у нас получается все шикарно, друзья мои. Мы с вами занимаем первое место. И все окей. Далее. Мальчик на пляже. Ну и название для гонки. Мальчик на пляже. Давай, родной, нормально. Я обожаю, когда мы на крыльях пролетаем очень большое, ребят, расстояние. Это прям как отдушина какая-то. Ты летишь себе, да, в воздухе. Очень много километров пролетаешь благодаря этому. Так. Четенько все. Все, ребята, просто шикарно. Да, ну, и быть не может такого. Рэй, ты просто красава. Сам себя не похвалишь, друзья мои. Никто тебя не похвалит. Кубок. Городская вода. Я, блин, взял маслкар. Ну, ёпрста, это же, если я не ошибаюсь, это та самая гонка. Я ведь ничего не... Не, я, по-моему, не должен попутать, ребят. Это та самая... Нет. Эй, какого лешего, блин? Сфигали у ККМ-ки, блин, скорость-то больше, чем у меня на маслкаре. Офигели, что ли? Это подлог, друзья мои. Это вшивая развалюха, она не могла бы так ехать. Быстро, к тому же. Да-да, я вам про то говно, которое сзади там волочится. Вот это вот. Фига себе, обогнала, блин. Обогнала, ребята. Так, ладно. Давай смотреть. Что у нас? Да все, все, ребят, посмотрели. Посмотрели, что я на первом месте. И нормально. Жаль, жаль, вот этот костюм нам не достается, ребята. Оу, а у нас босс уже. Так, у нас уже, друзья мои, босяцкий. Нагорный кубок. Нагорный кубок. Слушай, я не спорю, ребят, что я могу проиграть. Он на чем? Тоже на раллийном авто. Еп.
оперный ты театр, все. Все, ребята, гонка зафейлена. Он с чем-то он едет, не могу понять. А, понятно. Ну да, 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 да. Магнитный ускоритель. Что у него тут? А, у него еще и прыжки здесь взяты. Конечно же, сейчас он меня еще и обгонит. Опа! А не факт, друзья мои, не факт. Все, все, две гонки, одна победа моя. А идет победа в сторону победителя. Отлично, прекрасно, великолепно. Да, ребятушки, вот так вот все и происходит. Так, застойное болото, дай прокачусь я, наверное, в застойном болоте. А прокачусь я в болоте, ребят, на маслкаре. Вот хочется мне. По-моему, я даже ни разу на ней-то и не ездил здесь по болотам, по этим. Или ездил. В общем, не могу тебе сказать точно, потому что я не помню. Ключ. Я какой-то ключик нашел. В первый раз за сколько я гоняю, я ключ нашел какой-то. Ой! Капут. Капут, ребята. А, все. А что там за награды? Не показано. А ну-ка давай еще раз проверим. Этот ключ везде находится или на определенных только трассах? Вот что мне как бы интересует. Слушай, а здесь показано, что я был. Не могу догнать, ребята, раллийное авто, к сожалению. Да, 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 да. В общем, короче, ключ нужно по ходу дела искать. Он не везде, ребята, выпадает. И его нужно именно искать. Так, я один? Вы серьезно? Ну давай. Буду сам на себя, ребят, зарабатывать в сундуке. Хорош. Новый рекорд вот здесь отметился, что ли? Так. Давай, наверное, возьмем ККМ. Ну, тут что-то вообще по жидкарю. Я, кажется, понял, что это за трасса, ребят. Где постоянно надо в гору, да? Ну да, похоже на это. Да давай ты бери, господи. Тут порой такие бывают трассы, ребята, просто отвесная гора, блин, ты по ней должен подниматься, фигня. Здесь хоть есть какие-то уступчики, где можно передохнуть. А вот тут я уже сам, ребята, виноват, потому что здесь надо, само собой, с разгона. И, как видишь, да что такое-то, простыл, что ли, опять. Так, здесь я поеду вот на этой тарахтелке. Действительно, тарахтелка. Ой, ребятушки. Ты серьезно? Какая же она, ребят, нелепая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она еще и... Мало того, что она нелепая, так она... Да куда тебя под...
Ну, то, что она нелепая, так она еще, ребята, не едет, не шише. Ой, господи. Откуда же ты взялась-то такая, а? А эта машина у меня, по-моему, вообще, ребята, ноль. Ноль прокачки у нее. Не вздумай врезаться головой. Она мне напоминает чем-то супердизель, но только в уменьшенных размерах, скажем так. Но, слава богу, ребята, мы все-таки приехали, хотя бы приехали. Все, прокатился сам для себя. Польская, легион польская. Против нас польский легион, друзья мои. Гравитация какая-то. Так, ну что, ребят. А, про машину я хотел посмотреть, на прокачку. На прокачку, тачку на прокачку. У меня мало денег, 84 тысячи. Так, что, маслкар? Мне на маслкар не хватит, это 100%. А, нет, хватает, ребят, нагнетатель. Вот нужно что мне. А я что сказал, 3 уровня прокачать? Нифига, ребят, а тут больше получается. Тут 4 только лишь остается, да? 4 уровня. И тут 1-5 уровней. Старт на испытания на скоростные. Ну, понятно. Ладно, ребятушки, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!